Ну что, друзья, всем привет. Находимся на высоте 3000 метров. Сейчас снег полностью нас замел. Здесь мы не просто так. Давайте подключайтесь, ставьте лайк. С чего начнем? С нашего удивительного путешествия. Вокруг нас, друзья, находятся аномальные, хорошие и красивые места. Но они очень опасны. Во-первых, здесь много зверей опасных. Это медведи, волки. И что самое интересное, мы сейчас поднимаемся еще выше. То есть снизу еще более-менее тепло, солнышко. А вот выше уже туман. И мы находимся на таком месте, где, ну, тяжело даже объяснить ситуацию. Вот, посмотрите, рассвет уже, получается, с тумана выходит. И мы как раз выходим в эту сторону. Ситуация в чем, хочу сказать. Я неспроста здесь остановился, потому что есть множество интересных моментов, в которых наше путешествие заключается. Про объекты НЛО. Да, друзья, про объекты НЛО и про инопланетные корабли. Их, кстати, часто здесь видят. Местные вообще про это не хотят говорить, потому что были много случаев, и люди пропадали, и дети, и даже пропадала скотина. Но самый интересный момент, почему мы здесь, это потому, чтобы нам было интересно вам, друзья, рассказать и показать про эти необычные места. Скажу вам коротко, но очень интересно. Эти места очень опасны по многим причинам. Во-первых, здесь очень огромная радиация. Откуда она здесь взялась? Здесь нету, не добывают ни уран, ничего. Но магнитные волны также здесь, друзья. Но ситуация в том, что за последнее время, которое мы путешествуем, мы видим множество интересных моментов, которые нам присылают подписчики, зрители и даже комментарщики. Хотят знать правду о том, что здесь вообще происходит и почему мы здесь находимся. Мы хотим показать просто вам те места, которые вы никогда не сможете здесь побывать. За все время, которое мы здесь находились, и за которое время мы, друзья, здесь пытались вам показать, это место просто интересно во всем. И что самое интересное, друзья, это место реально считают проклятым. Что дальше будем сейчас думать? Ну, я думаю, что за последнее время мы покажем вам много чего интересного. Вот, например, то место, где сейчас Алекс находится. Есть множество других моментов, которые я не хочу говорить, но я обязательно вам расскажу. А вы не забудьте поставить лайк, подписаться, ну и оставьте комментарий, если вам будет очень интересно знать, о чем здесь вообще мы будем делать. Так что вот такие, друзья, дела. Ну а мы продолжаем. Фух. Я знаю. Фу. Ну что, дошли? С Алексом дошли до этого места. Ну что, друзья, уже на самом высоком месте почти. Но ситуация в чем, хочу вам рассказать. За мной находится ветер. Очень сильный ветер. Просто жесть. За мной находятся огромные, можно сказать, воронки. Это, друзья, древний город, который уходит под землю. Ну, то есть он под землей, а все это сейчас уходит. Ситуация в чем? Смотрите. Вот, посмотрите, воронки. Вот. Вон сколько воронок еще вам. Вон там находится как раз, друзья, и древний город. Вот здесь река, вот она горная есть. Вот. Это очень интересно, их очень много. Как утверждают, эту деревню или этот город уничтожили. Кто уничтожил, неизвестно. Но ситуация в том, что мы здесь находимся, чтобы вам показать эти места. Вы, конечно, сейчас увидели нечто интересное. Но это еще не все. Дальше
Мы сейчас попытаемся что-то заснять. Я думаю, что-то получится у нас про объекты НЛО или что-то еще. Но пока что мы находимся в таком месте, что туда мы никак не спустимся. Во-первых, там снега сейчас очень много. Нам пришлось идти где-то минут 40 только до этого холма. Ну а вообще, если сравнивать всю ситуацию, пока что все, слава богу, у нас получается. Мы показываем вам хорошие, интересные кадры. Ну а дальше будет еще интереснее, друзья, потому что посмотрите сами, как располагается этот территория горы. Просто очень интересно. Сейчас мы пару съемок сделаем здесь, а вон уже надвигается. Посмотрите, что вон. Шторм надвигается, буря снежная. Вот тут сейчас будет очень интересная история. Нам надо быстрее чем снять, чтобы успеть спастись потом. Ну вот, друзья, находимся, как и говорил. Сейчас все поснимали. Шторм уже близок к нам становится. Хочу сказать только пару вам моментов про эти места. Во-первых, вы через телефон, через компьютер или что-то еще, вы такого еще не видели, да и не почувствуете. Здесь надо реально быть. Во-вторых, этот необычный момент, который за нами сейчас происходит, я уже рассказывал, эта история закончится на самом позитивном месте. Вы узнаете много чего интересного. И самое главное, что эти места просто вас будут затягивать специально. Да, друзья, здесь есть множество магнитных волн, необычных таких головных пулей. Из-за этого может разряжаться батарея быстро, может что-то еще происходить. Но это нормально, потому что мы находимся именно в эпицентре этого момента. Посмотрите, вон там, друзья, располагаются горы. А за этими холмами как раз есть, кстати, тоже военная база. Но вопрос только один. Туда добраться только можно летом или весной. Но можно еще третий путь, это на вертолете, потому что здесь просто пешком это вообще невозможно. Во-первых, тебя могут встретить какие-то пограничники или какие-то военные, или что-то еще наподобие. И у тебя закончится эта история, пока что не начавшаяся. Но ситуация в том, что я хочу сказать только одно. Если вы хотите знать правду про эти места, то подписывайтесь, друзья, на наш канал. Ну а мы будем показывать вам все больше и больше интересные моменты. Потому что посмотрите сами. Вот Алекс сейчас снимает тоже. Пока что у нас есть вариант, что надвигается все-таки. Но у нас есть вариант заснять. Если, конечно, у вас есть какие-то вопросы или что-то еще, задавайте. Мы обязательно на них ответим. Так что я с вами не прощаюсь. Мы начинаем все глубже и дальше. Наш очень удивительный момент. Ну что, друзья, все-таки наше путешествие – это часть нашей веры, жизни. Все-таки мы благодарны, что вы ставите нам лайк. Даже ветер пытается перебить нас, но у него не получается из-за ваших многомиллионных зрителей. Так что, друзья, давайте до миллиона добьем. Осталось чуть-чуть 50 тысяч ваших новых зрителей, чтобы нас было все больше и больше, и смотрели все нас чаще и чаще. Мы будем показывать вам вот такие, некрасивые места, но оговорился, очень красивые и очень прекрасные. В общем, друзья, спасибо за внимание, ну а мы продолжаем наш путь в другой край.